Уйди от меня! Распилил и еле убежал. Нет, помогите. Нет. Так, надо по-тихому по нему выстрелить. Да уж, конечно, красиво разлетелся, да еще и головой об пол. Не понимаю, зачем внутри себя хранить коктейль молотов и фейерверки? Ладно, я, короче, пошел, пушку возьму. На тебе, получай, че ты тут встал? А, краб недоделанный, а ну-ка на тебе! Так, еще один раненый камерамен. Нужно его телепортировать на базу, чтобы его там вылечили. Так, я слышу какие-то звуки сзади. Что это там такое? Еле спас, конечно. Так, надо к этому подойти. Вот так вот, так. Эй, алло. А, ты кто такой? Чё тебе от меня надо? Это ты скибидист? Скибиди орал тут, да? Я тут вообще-то камерамена спасаю. Ты чё тут это, убить меня хотел, крыса? Да тихо, не хотел я тебя убивать. Я хотел тебя спасти, то есть спас уже. Тебя хотел какой-то паук-скибидист убить, который отравляет и убивает. А я думал, ты скибидист, только замаскированный. Ну ты что ли за нас теперь, да? Ты же вроде защитил меня. Ну, если честно, я еще не знаю, потому что я не очень вам доверяю. Но я решил тебя спасти, чтобы ты мне поверил, что я типа добрый. Как бы мы против скибидистов, и я хотел спасти вот этого вот камерамена. Понимаешь? Да, понимаю, но я еще не на 100% уверен, что вы добрые. И если ты думаешь, что я один, то нет, нас несколько. И если вы попробуете на нас напасть, мы не дадим вам этого сделать. Ну, пока что я только тебе немного верю, но я, короче, пошел защищать вас от скибидистов. Ладно, а я тогда пошел спасать у того камерамена. Yes.
Глич, давай все мирно решим. Ах так, тогда получай огня. Чё, вы хотите поиграться, что ли? Думаете, я слабый? Нет, сейчас я вас всех убью! Ой, они думают, что если я инженер, то я слабый. Нет, я довольно сильный с этими пилами. Ладно, я пошел дальше лечить камераменов, там спикерменов. Ну чё, осталось совсем немного, пока вы все живете. Скоро я еще немного обновлюсь, и я вас всех убью, и ваших титанов тоже.